Расслоение в динамике обычно оно чуть-чуть более сложное, потому что там нужно думать в несколько мест и делать все в скорости. Но оно идет уже после статичной практики, для того, чтобы вы ощутили то, что нам нужно ощутить. Мы уже готовы, собственно, двигаться дальше и делать упражнения в динамике. Здесь мы будем подтягивать мышцы вместе со вдохом, надувая живот и расслаблять интимные мышцы во время выдоха. Разделение в динамике. Усложняем то, что мы уже делали в статике. Будем то втягивать их, то расслаблять во время дыхания. Может быть, это будет сложно, но именно через сложности мы учимся управлять нашими мышцами. Сначала просто дышим животом. Вдох, надувается живот. И выдох, расслабляем. Вдох, надули. И выдох, отпустили. Теперь добавляем стягивание интимных мышц. Делаем вдох. Одновременно стягиваем интимные мышцы. И выдох, расслабляем. Вдох. Втягивается. И выдох. Расслабляется. Самая большая ошибка – это реверс втягивания на выдохе. Но нет. Мы втягиваем только на вдохе. Выдох. Расслабляемся. Вдох, втянули все. Выдох, расслабили. Дышим в своем темпе. Важно не сбивать дыхание. Вдох, подтянули все, и выдох, отпустили. Выполняем 1 минуту. Заканчиваем. Ложимся. Рука одна на животе. Сжимаем мышцы. Вдох. Разжимаем во выдох. Сжимаем интимные мышцы. Вдох. Разжимаем во выдох. Живот мягкий. Сжимаем мышцы, вдох, отпускаем, выдох. Сжимаем мышцы, вдох, плавный, а разжимаем плавно, выдох. Сжимаем мышцы, вдох, разжимаем, выдох. Сжали, вдох, отпустили, выдох, мягкий расслабленный живот, вдох, сжимаем интимные мышцы и выдох, все, отпускаем.